В субботу и воскресенье Александровский мост оккупировали люди в красных куртках. Активисты движения «Суть времени» собирали подписи против ювенальной юстиции и реформы образования. Проходящим мимо горожанам разъясняли, какие беды нам грозят от этих нововведений. Это как бы получается пятая власть у нас создается, которая влияет, можно сказать, изымает у нас детей из семьи. Влазит самое сокровенное в нашу семью. Подкрепляли свои заявления активисты плакатами советских времен. Подписали протест 380 человек. Ваш голос на что-то повлияет? Честно, нет. Скажите другим, мы завтра... Спорные законопроекты будут рассмотрены в Госдуме до 15 февраля. Организаторы акции надеются собрать достаточно голосов, чтобы повлиять на решение депутатов.